В Ильском доме культуры прошла ярмарка вакансий. Организатором выступил районный центр занятости населения. Представители учебных заведений Краснодарского края Адыгеи рассказали старшеклассникам о своих образовательных программах, в учебном процессе ответили на вопросы. Школьники также могли ознакомиться с информацией о колледже и университете в буклетах и брошюрах. Приглашены учебные заведения, которые дают свою информацию о своих профессиях, о наборе, буклеты предоставляют. Больше всего школьников интересовали технические специальности. Ребята планируют стать программистами, механиками и инженерами. Большим спросом пользуется профессия кондитера. Расскажи, кем ты хочешь стать? Ну, у меня был выбор между кондитером и экономистом. Но я больше склоняюсь к экономике, потому что у математики я больше имею дело и хочу стать экономистом, скорее всего. Ну, я кондитером хочу, потому что я вообще люблю сладкое и, ну, вообще готовить люблю. А программистом, потому что, ну, мне нравится компьютер и все это дело. Я даже вот телефон там, допустим, видеоконтиру, оно мне получается, мне нравится. Для еще не определившихся учащихся центр занятости прямо на ярмарке проводил профориентационное тестирование. Оно помогает выявить способности и предпочтения и подбирает подходящие профессии. Ярмарку вакансий посетили взрослые жители Северского района. Они могли найти подходящую себе вакансию и побеседовать с работодателем. В Северском районе на данный момент у нас более 600 вакансий. Поэтому работодатели могут, безработные, когда придут, они могут поговорить с работодателями, называется ваучер, да? Спросить у них, какие вакансии есть, какие условия труда. Найти работу могли и жители Донецкой и Луганской республик, и сотрудники компаний, попавших под сокращение.